Кашу-то не съел. Ой, блин, что-то вообще есть не хочу. Слушай. Не брала? Точно не брала? Ну, как я. Пятого. Мы сказали, мы не понимали, что сам. Он еще не почел. Он дешевый. Я прессовал сегодня. Я обычный человек. Я сегодня буду делать, наверное, обращение, может нет, не знаю. Может я залезу на небоскреб, что-то скажу. А может нет, это все ни к чему не призывает, я просто так. Антидепрессанты мне, они дешевые, у меня еще много рецептов, просто мне нужно найти место, где продают, а их не везде продают. В Красноярске бы я купил себе, но у меня там нету ни одного друга, подруги. Если ты из Красноярска, ты можешь меня просто спустить в свой дом, я посижу, подожду в углу где-нибудь, посижу тихо, подожду, порисую там молча на своей бумаге, ручкой или карандашом. Приеду с утра в Красноярск, пережду у тебя, ну, куплю лекарства в аптеке и пережду у тебя до вечера, до 8 или до 7-10 вечера и уеду из Красноярска. Может хоть один из миллиона человек откликнуться? Или все? Я ни один не откликнется. Обращаюсь к тебе, вот, по-человечески. Если ты из Красноярска, если ты добрый или добрая, приведи художника на один день. Просто с 11 часов дня до 7 вечера. И все. Один раз. И все, мне просто нужно купить лекарства, которые здесь не продаются. Пожалуйста. Если кто может. Я художник Александр Лёнин, Тихон Мышкин. Неужели никто не откликнется? По ссылке можешь посмотреть на мои рисунки. На мои фотографии, когда я бритый или когда я был без бороды. Я понимаю, ты ненавидишь бороду там. Ну посмотри сейчас, просто так, знаешь, закрой и так раз включи рисунок, включи фотографии, где я без бороды, и ты сразу так, эстетически что-то красивое началось. Рисунки посмотри. Разумеется, я не достоин вообще даже ничего за все это. Ладно. Это прекрасный мир. Я желаю вам всего счастливого и хорошего. Ты, кто смотрит меня, ты прекрасен, ты прекрасен. Запомни это. Перед тем, как спрыгнуть на стул, я скажу, этот мир прекрасен. Все. Ты перечисли имена, фамилии, скажу, ты прекрасен, ты прекрасен. Ты не манипулятор, ты не убийца, ты манипулятор. Ты не прекрасен, ты прекрасен, этот мир прекрасен. Вот это вот прекрасно. Покажу на пробоину, которую провалился
провалилась машина, я скажу, вот это прекрасно, я позитивен. Да я сейчас зарядить надо просто. Там некуда поставить его просто. Слушаюсь, слушаюсь, мой фюрер. Раз, два, раз, два, раз, два. Правильно, солдаты не должны занимать лишнее место. Раз, два, выполняю приказ. О, слышишь? Слышите, ребята? Безопасность направлена. Понимаешь, безопасность на защиту направлена. Разве может хоть какая-то девушка полюбить такого человека, у которого, точнее, не до человека, у которого борода, такие очки, и такие волосы, и такое лицо, и такой нос, и такие уши, и такие руки, тем более. А? И у кого такая рубашка? А? Тихон Мышкин. Ой, Лев Николаевич Мышкин. Он любил, но его не любили. Точнее, он не мог любить по-нормальному. Он любил душевно. Что происходит? Слышите это? Понимаешь, что происходит? Понимаешь? Ничего больше не будет. Я никого не призываю. Никого не призываю ни к чему просто. Это просто глупости мои. Никого не призываю. Я больной человек. Я слышу слова любви сейчас, да. Слова любви. Мойте руки, не подходите близко друг к другу. Всю любовь. Слышу оскорбления от любимого исполнителя моей группы, которая редкая, которая слушает 10 человек. Я один из самых преданных фанатов был, слушая оскорбления своего творчества, а я его творчество ценил сердцем. Это прекрасный мир. Может, прямо сейчас залезть на небоскреб? Что мне мешает? Мне нужно просто купить себе какой-нибудь сидр, который заглушает алкоголь. Я, ну, перед этим забраться на девятиэтажку, ну, я про себя, лично говорю, попросить прощения у Бога. Простит ли меня Бог за то, что я рисовал все это время, пытаясь что-то сделать, и ничего невозможно здесь сделать, изменить. Ничего невозможно.
Нет, не простит. А ты бы простила? Я ни к чему не призываю. А ты бы простила, если бы я спрыгнул с высоты и разбился быстро. Потому что никому не нужны мои рисунки здесь мелками. Рисовать на стенах. Это считается просто каким-то вандализмом здесь. Пейзажи добрые. За это меня уничтожили. У меня нет будущего. Ни одна девушка здесь. Так, конечно, ни одна девушка меня не полюбит, потому что у меня стрёмная рожа, борода. Стрёмная борода. Да и просто у меня нет денег. Меня даже нету ничего, ни объятий, даже объятия я не получаю. Родился в барокамере, живу в одиночестве и разговариваю с этим Жаком Фреско, блин. И умру в одиночной камере, скорее всего, либо разобьюсь там. Надо идти принимать антидепрессанты, которые государство ни копейки не выделит. Только за деньги, за ваши деньги благородных людей. Спасибо вам. Спасибо, что поддерживаете меня. Сейчас приму антидепрессанты, я полегче себя почувствую. Но мир изменить я не смогу один. И втроем мы не сможем изменить.